tum rossivo sivo, ai tum rossivo sivo, gra, a grastoro, ai tu bligia, ai tu bligia, mrosero. Ай ты мой конь буланы, ай ты мой конь буланы, а баба, а ты вороной, ну отвези меня, ну отвези меня, ну отвези меня домой, ну отвези меня домой. Отвези меня домой! Здравствуйте, меня зовут Ваня Жук, и у меня в руках русская семиструнная гитара, которой посвящен наш сегодняшний урок. Семиструнная гитара. Если вы интересовались семиструнной гитарой и пробовали гуглить семиструнные гитары, вы, конечно, видели в основном электрогитары. Сейчас действительно есть такая вещь, как семиструнная гитара для тяжелой металлической музыки с низкой седьмой струной для мрачности. Есть еще бразильская семиструнная гитара, не электрическая, акустическая. Тоже как эта, тоже с низкой седьмой струной, это опять другое. У нас сейчас то, что называлось семиструнка в России. Так даже иногда и пишут в англоязычных текстах семиструнка. Русская семиструнная гитара, бывшая очень популярной в нашей стране на протяжении 19 века и примерно до половины 20-го. Когда шестиструнка стала ее вытеснять и вытеснила. И к тому времени, когда я уже начинал играть на гитаре в 90-х годах, уже только старики, так сказать, помнили, ну, на чем играешь, на шестиструнке или на семиструнке. Уже все играли только на шестиструнке. И вот сейчас понемножку эта школа тоже начинает возрождаться. Русская семиструнная гитара. Профессионалы заметили, что она настроена в аккорд. Соль мажор, скажу для этих профессионалов. Ре си соль. Ре си соль. Ре. Это придумал Андрей Сихра. Чех, живший примерно конец 18 века, начало 19-го. Сначала в городе Вильно, ныне Вильнюс. Потом переехавший сначала в Москву, потом в Петербург, уже с новоизобретенной семиструнной гитарой, и введший там это в моду. Есть такое мнение, что, может быть, он придумал этот строй семиструнный, потому что он был арфист, играл на арфе, и отец его играл на арфе. На арфе на каждую ноту отдельная струна. И они могут звучать все одновременно, как, допустим, если мы на пианино нажали педаль, и тоже, они продолжают звучать, остаются после звучия. На гитаре, я возьму шестиструнную гитару. На гитаре, однако, мы играем по нескольку нот на одной струне. Вот смотрите. До, пошел на другую. Ре, ми, фа, все на одной. Другая струна. Опять другая струна. И одновременно все ноты звучать не могут. На семиструнке же, если немножко приметить кое-какие пальцевые ухищрения. Вот они все звучат одновременно, как арфа или как гусли. Люди еще спрашивают, раз есть седьмая струна, наверное, больше нот. Нет, нот столько же, они просто расположены по-другому. Давайте я вам сыграю теперь на гитаре 19 века. Гитара мастера Шерцера. Ее мне одолжил главный теоретик и историк русской семиструнной гитары Олег Тимофеев. И, кстати, прекрасный исполнитель. Живущий в штате Айова. Забавный факт. Где происходит единственный фестиваль русской семиструнной гитары в мире? Айова Сити. Давайте я вам сыграю
На гитаре 19 века, произведение 19 века. Михаил Высоцкий, вариации на тему русской народной песни «Ах ты, матушка, голова болит». Я сыграю буквально парочку. Но это я сыграл пару вариаций только. Их 5 или 6. Послушайте версию Сергея Орехова. Вообще обязательно послушайте Сергея Орехова. Это удивительный виртуоз советских времен. От него остались записи. Буквально Паганини русской семиструнной гитары, да и вообще гитары. Сергей Орехов. Да, ну и вот, что вот в том, что я сейчас сыграл, было специфическое для семиструнной гитары. Например, вот смотрите. Там было такое ту-ду-трю-ду-ту-ду с украшением ту-ду-трю-ду-трю-ду. На шестиструнной гитаре я бы это сыграл так. А на семиструнной, поскольку, как мы говорили, можно взять близко стоящие ноты на разных струнах, я делал так. Не. Или даже так. Другое звучание. Или, например, был такой кусок. Это мы называем арпеджио, то есть ноты аккорда, взятые по очереди. Такие вещи тоже очень легко играются на семиструнной гитаре. На шестиструнной гитаре там надо было бы просто... Еще нужно сказать по поводу семиструнной гитары. Вот на шестиструнной гитаре классической играют ногтями. Ценится пробивной острый звук. Я, к сожалению, не могу это показать. Тррррр. Слыхали? Это самая испанская гитара. Тррррр. А тут мы не гонимся за громкостью, но мы, наоборот, ищем душевности, которая достигается в звуке, когда мы... Берем ноты не ногтем, а вот мякотью пальца. Всякие вот такие вот скольжения, всякие вот такие вот... легато. Кстати, больше привычные для электрогитаристов странным образом, чем для классических шестиструнников. Все это есть в семиструнной гитаре. И особенно, кстати, насколько я знаю, в московской школе семиструнной гитары. Мы сейчас говорим про золотой век русской семиструнной гитары, который совпадает примерно с золотым веком русской литературы. Где-то так, первая треть 19 века. И там тогда выделилась московская школа, более вот эта вот, типа, душевная. Потому что тогда Москва считалась душевный город, а Питер такой, типа, сухой, строгий. И петербургская школа непосредственно, может быть, Андрея Сихры, более сухая. Михаил Высоцкий — это вот как раз вот эта вот душевность, теплота, скольжение. Но Михаил Высоцкий меньше оставил после себя... нотного материала. Вообще тогда выпустить сборник нот было как теперь выпустить альбом. Тогда это был единственный способ фактически заработка для профессиональных музыкантов, кроме концертов.
И это была популярная вещь. Люди, чтобы послушать музыку, они покупали сборники нот и играли по ним дома. Или просили жену сыграть. Вообще, как раз в России на гитаре больше играли мужчины, а в Западной Европе, откуда к нам приходила мода, гитара считалась скорее женский инструмент. И есть забавное предположение, что это связано с тем, что уже в то время, так сказать, капиталистическое, мужчины уже в основном типа работали, а женщина считала, что сидит дома, ей нечего делать, вот поиграй на гитаре, развлеки мужа. А в России как раз многие мужчины тоже сидели дома в своих поместьях и ничего не делали. Выходили даже сборники нот, был такой маркетинговый ход, именно типа гитарный журнал для дам, скажем, были такие ходы. Или вот еще, обратите внимание, кстати, вот говоря о гитаре, здесь винтик, гриф привинчен винтиком. Это, по крайней мере, для моего, так сказать, поколения очень привычная картина. На самом деле это оригинальный дизайн, чисто русский. Обычно гриф у гитары вклеенный. А русские мастера придумали его привинчивать, и это позволяет легко регулировать высоту грифа относительно струн. Он ходит вот так вот. И в суровых русских условиях, так сказать, откинув медвежий полог, сойдя с брички, войдя в жарко натопленную залу, сильная разница температур, дерево перекашивает, и ты покрутил винтик, и гитара все еще работает. Говорят, семиструнная или цыганская гитара. Может быть, цыгане ее придумали? Нет, придумал ее чех. Чех Андрей Сихарь. Цыгане просто очень хорошо играли. Цыганская музыка вообще вошла в моду в России в то же время, когда и, собственно говоря, семиструнные гитары, когда и народный хор, там был подъем патриотических чувств по поводу войны 812 года, и вдруг в салоны стали приглашать хоры из поместий, крестьяне пели, стали приглашать цыган. Первый цыганский хор привез граф Орлов из Валахии. Это территория нынешней Румынии. Видимо, они пели, скорее всего, в основном свой материал, но, видимо, быстро сообразили, что людей больше берет за душу по-русски. И они стали играть и на русских семиструнных гитарах этих, и петь народные песни. И так, видимо, нету точных документов на этот счет, это предположение. И так, видимо, и сформировался вот этот вот русский цыганский стиль, который цыгане хранят до сих пор. И вот поэтому, когда популярность семиструнной гитары пошла на убыль, семиструнники остались в основном цыгане. И прекрасные семиструнники. Вообще цыгане, как я понимаю, они в каждой стране играют музыку, понятную, будучи народом профессиональных музыкантов, они играют музыку, понятную народу этой страны. Поэтому цыганская музыка, скажем, в Сербии, там, Кустурица, да, у них духовые оркестры, цыганская музыка в Испании, там, фламенко. Это шестиструнная гитара, и характерны эти испанские ходы. А вот в России цыганская музыка — это русская семиструнная гитара, скрипка и хор. Хочу упомянуть своего учителя Александра Александровича Колпакова, заслуженного артиста Российской Федерации. Послушайте его записи. Послушайте записи его племянника Вадима Колпакова. О, давайте я вам тогда сыграю, кстати, цыганскую. Я возьму свою обычную гитару. Эту почему я взял? У нее нейлоновые струны, и обычно семиструнка, как правило, в 95% случаев с нейлоновыми струнами, как классическая гитара, и это примерно такой же звук, как в 19 веке были жильные струны. Это звук более традиционный для семиструнной гитары, а я сам предпочитаю играть на железных струнах, уже в стиле 20 века. Так что мы переходим из класса древность в класс ретро. Берем советскую гитару 32 года. Это мой основной инструмент. Шиховская фабрика. Смотрите еще, как делали в 32 году. Наверное, старые еще были станки. О, и я тогда использую даже суперсовременную примочку лупер. Вот я сейчас записываю аккомпанемент, а потом он будет играть сам.
И это вы, может быть, ее еще уже узнали. Песня «Эх, раз, еще раз». Я начну ее с так называемой цыганской венгерки. Это более правильное название для того, что у нас называется цыганочка в народе. А в поле маки? А маки васильки. И они мне любы. Васильки, глаза твои. А Сан Саныч так велел играть. Еще раз, а еще много-много-много раз. А еще раз. Ат-тру-да-тру-да-тру-да-тру-да! Гони сокольники! На остановочке остановитесь, пожалуйста! А эх, раз, а еще раз, а еще много-много-много раз, а что там раз? Очень удобно играть басовые вот, вот такие вот ходы тоже на семиструнке, да?
все ноты прямо под пальцами. Играй, чего хочешь. Большим пальцем можно играть на семиструнке, в отличие от классической гитары. Даже в 19 веке был специальный значок в нотах. Взять бас большим пальцем левой руки. Так в классической гитаре не принято. Ну и вот и весь этот, так сказать, прекрасный стиль, к сожалению, к середине 20 века уже начал немножко угасать. Стала вытеснять шестиструнная гитара. Во-первых, еще, ну, в советское время, конечно, тоже мещанская музыка не особенно поощрялась, да? В 30-х годах приезжал в СССР, как я понимаю, основатель современной школы классической шестиструнной гитары, испанец Андрес Сеговия, и его концерты пользовались огромным успехом, и у него появилась масса последователей. Ну, мне кажется, еще рок-музыка, может быть, джаз тоже с шестиструнной гитарой сыграли свою роль. А, ну еще, а может быть, самый важный фактор, то, что на семиструнке, как на шестиструнке, ты не можешь просто вот так вот взять вот аккорд, вот, если кто играл, АМ, Ж, С, да, на шестиструнке, прижал три пальца и бьешь по всем струнам. Этого, к сожалению, семиструнка не позволяет. Поэтому, скажем, Высоцкий, Владимир Высоцкий, который тоже, кстати, играл на семиструнной гитаре, как все барды, но, честно говоря, технически играл похуже других известных бардов. Он играл вот в этом так называемом дворовом стиле просто, да, рукой. И он фактически играл только по верхним струнам, четырем, максимум пяти. Другие барды... Акуджава, Галич, вы у них никогда, по-моему, не услышите вот этого стиля. Они играют именно по семиструнному или переборчик, или бас-аккорд. Да. Сергей Никитин, кстати, придумал свой строй семиструнной гитары. Никитинский строй, он отличается двумя нотами. Да, в бардовской среде классической семиструнка была очень развита. Но сейчас уже семиструнная гитара, мне кажется, снова начинает возрождаться. Люди интересуются. Поищите русская семиструнная гитара, только набирая русскими буквами. В YouTube вы увидите массу людей разного возраста, сидящих на кухнях в разных уголках России, играющих интересные вещи. Это целая комьюнити. Я вот сам вот почему-то не начинал. Я начинал на шестиструнной гитаре. На гитаре играют миллионы по всему миру, и интересно поискать свой собственный стиль, какую-то свою фишечку. И особенно интересно, если этот стиль вот лежит вот прямо тут. Найден, так сказать, в своей стране. Интересно быть русским гитаристом-семиструнником из России. Отчего и нет. Это как, типа, исполнитель джаза из Америки. Типа того. Ну и в заключение, еще поиграю с вашего решения, даже, может быть, спою. Дрогомышский, русский композитор, 19 век. «Не судите, люди добрые». Бесталанную головушку не броните меня, молодца, за тоску мою кручинушку не понять вам, люди добрые. Злой тоски
моей кручинушки. Не любовь сгубила молодца, не разлука ни навет людской. День и ночь ищет, ждет, чего не ведая. Так бы все в слезах и таяло, так и все в слезах и вы.